этот звук капающего кокосового молочка. Приятный. Вот и дырочки проколупала легко вообще. Вот он сочится, сочок. Молочко кокосовое. Кап. 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 Сейчас мы бахнем. Это бодрящее молоко. У кокоса бодрящее молочко. И мякоть тоже дает энергию. Резкий всплеск. Хочется энергии, настроение поднять. Кокосовое млеко. Потом я его раздолблю. Легко очень молоточком простукаю. По экватору, так сказать, кокосика вот так вот протукаю. И легко он разобьется. Раньше просто маялась, не могла никак кокосы открыть. Молоток, как его вскрыть? Твердый собака всякого там молотком долбила. Сейчас я поняла, что это легко очень. Сначала молочко вылила, а потом это раздолбила. Раньше долбила, молоко плюс.